Всем добрый день. И сегодня у нас четвертая лекция Вадима Анатольевича Садкова из цикла «Скрытая символика и апокрифы в картинах немецких художников эпохи поздней готики и Возрождения» на примере произведения собрания имени Александра Сергеевича Пушкина. И я, наверное, сразу передаю слово Вадиму Анатольевичу. Здравствуйте. Сегодня наша жизнь продолжается на удаленке. Сегодня пятница. И я, профессор Вадим Анатольевич Садков, заведующий отделом искусства старых мастеров Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, приветствую всех пожелавших прослушать мою очередную лекцию. Она будет посвящена двум баварским художникам, точнее, двум картинам, созданным баварскими художниками в первой трети 16-го столетия. И эти картины объединяют не только географическое положение Баварии, где работали и Матиас Ерунг, и Мельхиор Фезелен, но и сюжетами. Дело в том, что мы до сего момента говорили в основном о картинах, написанных на разные сюжеты, неважно, религиозные, мифологические или какие-то еще. Сегодня мы будем говорить о жанре аллегории. Аллегория – это как раз жанр, который складывается в эпоху позднего Средневековья и расцветает именно в эпоху Возрождения в разных странах Западной Европы, преимущественно в придворных центрах. Аллегория – это порождение придворной культуры, поскольку язык аллегорий требует какой-то определенной гуманитарной, гуманистической образованности от зрителя, поскольку зритель должен понимать, что означают изначально, что должны означать изначально разные персонажи, которые в аллегориях собраны в какую-то единую композицию, но которые иногда не имеют прямого отношения один к другому в самих текстовых первоисточниках. Аллегория – это произведение, когда на языке изобразительного искусства, когда на языке художественных образов создаются персонификации, иллюстрации каких-то отвлеченных понятий, представлений, и всякий раз аллегория сочиняется. Конечно, возникли потом какие-то стереотипы самого разного рода популярных аллегорий, ну, например, там аллегория «Суета-сует» в натюрмортах западноевропейских мастеров. Но сегодня мы будем говорить об истоках этого жанра в произведениях немецких художников. И я постараюсь это проиллюстрировать на картинах, которые, может быть, не всегда привлекают внимание посетителей нашего музея, но которые занимают достойное место в его экспозиции и которые очень хорошо характеризуют духовную интеллектуальную атмосферу жизни немецких регионов, в данном случае региона Баварии, в первой трети 16-го столетия. Вот я сейчас перейду непосредственно к... Вот, это, значит, две картины. Слева картина кисти Матиаса Ерунга, справа работа Мельхиора Фезелена. Мы будем говорить о нравоучительных эпизодах из библейской истории и античной мифологии. Первая картина – это аллегория любви. «Аморе Винсент Аморис». Вот я еще про это сейчас скажу несколько подробнее. Картина, созданная Матиасом Ерунгом где-то, наверное, на рубеже 1530-1540-х годов. Это был художник, придворный, он ученик Ганса Шауфелайна, представителя первой волны дюреровских учеников, но помимо того, что он учился у Шауфелена, на его произведения огромное влияние произвели работы других выдающихся современников, я имею в виду Лукаса Кранаха Старшего, о котором мы говорили на предыдущем занятии, и Ганса Бальдунга Грина.
Это художник, который связал свою творческую биографию в начале с Барграфом Нойбургским от Хайнриха. И для как раз дворца, замка в Нойбурге, это совершенно дивное место в Баварии, сейчас там находятся такие открытые запасники, открытые хранилища государственных музеев Баварии. И если там кто не был, рекомендую, когда такая возможность и желание появится, посетить это место. Так вот, он работал в этом прекрасном замке, который был реконструирован марграфом от Хайнрихом в ренессансном стиле и писал картины, которые должны были радовать глаз и волновать воображение людей образованных. Вот перед вами картина «Аллегория любви». Она происходит из собрания Дмитрия Ивановича Щукина, прекрасного московского коллекционера, работы которого мы очень успешно показывали на выставке, посвященной братьям Щукиным в прошлом году. Эта работа была одной из первых покупок Дмитрия Ивановича. Он ее купил у антикваров в Вене. И уже в 1905 году картина была опубликована в журнале «Художественные музеи, художественные сокровища России» как произведение Матиаса Ерунга. Но дело не в атрибуции, она, хотя картина не имеет авторской подписи, но она достаточно очевидна с точки зрения своего стилистического решения. Вот я вам показываю очень похожую по типологии, по стилистике исполнения, подписную датированную картину «История Лота», «Бегство семьи Лота из Содома» 1536 года, хранящаяся в Государственной галерее в Штутгарте. Потом я вам показываю еще сразу две картины. Это «Суд Париса» слева из Художественного института в Чикаго, и справа довольно большая для Матиаса Ерунга, он все-таки был мастером камерной живописи и даже книжные миниатюры, но я про его успехи в области деятельности как книжного иллюстратора сегодня говорить не буду, чтобы не уходить далеко в сторону. Но вот я специально показываю картину из собрания Лувра, «Разрушение Трои» и «Суд Париса», где вот здесь вот вы можете видеть на переднем плане в центре как раз сцену «Суда Париса», которая тоже будет присутствовать в картине нашего музея. Но разговор о том, собственно, из чего, из каких сцен состоит аллегория любви в картине Пушкинского музея, я начну вот с такой всем вам хорошо очевидно известной композиции, картина «Караваджо, Амур-победитель». Или это фактически иллюстрация цитаты из Вергилия, очень популярной среди образованных людей и эпохи Возрождения, и позднего Средневековья, и в эпоху барокко. «Омния Винсет, Амор этнос, Седамус Амори». Амур, любовь побеждает все, и мы подчиняемся Амуру. Это картина Караваджо, которая фактически тоже является иллюстрацией той самой идеи Вергилия, которая присутствует в сюжете картины из собрания нашего музея. Ну, на первом плане мы здесь видим вроде бы сцену суда Париса. История о слепой любви и ее дурных последствиях в Германии и вообще вот в германоязычном регионе, в Нидерландах в начале 16 столетия очень активно дискутировалась тема порочных влияний вот этой слепой влюбленности. Вот вы видите здесь наверху Амур, который пускает стрелы, и люди, пронзенные его стрелами, совершают всякого рода фатальные поступки. Но эта тема рассматривалась в очень широком аспекте, вот влияние
всепобеждающей любви и ее порочных последствий. Из нее вытекали темы, которые очень широко мы можем встретить в произведениях того же Лукаса Кранаха-старшего и ряда других мастеров, современников Кранаха. Это так называемая «Вайбермахт» – «Власть женщины», как слепая любовь делает мужчину пленником женщины, или всякого рода неравные пары. Но это я опять-таки ухожу в сторону, я возвращаюсь к сюжету нашей картины. Значит, вы увидите здесь Амур, который пускает стрелы. На первом в плане сцена суда Париса, который имеет свои очень своеобразные иконографические особенности. И на заднем плане еще как минимум две сцены, о которых я скажу позже. Я имею в виду изображение сцены суда Париса. Вот сейчас мы перейдем к ней. Так, минутку. История суда Париса, известная из самых разных античных источников, она всегда пользовалась большим успехом, не только в эпоху античности, но и в Средние века. Ведь не будем забывать, что сочинения античных авторов, наверное, только потому и сохранились, что они были объектами, субъектами изучения латинского языка, и все истории, которые мы находим в богатом арсенале античной литературы, они так или иначе имели какой-то в средние века и в эпоху Возрождения морально-назидательный смысл. И вот слева в верхнем углу вы видите композицию, исполненную в мастерской Сандро Боттичелли «Суд Париса» из Фондационе Джорджо Чини в Венеции. Это классический вариант суда Париса, пастух Парис. Ему являются три богини, и он выбирает Венеру, которой он вручает яблоко, которое затем, мы знаем, станет яблоком раздора, предметом Троянской войны. Это классическая интерпретация данного сюжета. А вот здесь, в правом углу, гравюра, ксилография мастера Бандеролей, «Суд Париса». Это иллюстрация к Нюрнбергскому изданию данного литературного произведения, я имею в виду историю Троянской войны. И здесь Троянская война начинает восприниматься, и сам Парис, уже глазами средневековых людей. Вот мы здесь видим картины, созданные художниками в первой трети XVI века, Николаус Мануэль по прозвищу Дойч, «Суд Париса», большая картина, больше 2 метров, из собрания Кунстмузеума в Базеле. В центре вы видите гравюру Лукаса Кранаха и справа картину Кранаха. Она известна во множестве вариантов, но я вам показываю лучшие из них, которые находятся в собрании музея «Метрополитен» в Нью-Йорке. Обратите внимание, Парис здесь стал рыцарем. Это уже не пастух, пасущий стадо. Это заснувший рыцарь. Но здесь появляется еще один персонаж. Некий оруженосец, старик, который воспитатель. Здесь мы видим коня, которого не может быть у античного пастуха. Опять же, три богини, из которых Парис должен выбрать красивейшую. Опять мы видим Амура, стреляющего из лука, пускающего стрелы. И здесь как раз эта тема, она не только обретает такое зримое воплощение средневекового толкования данной традиции, а художники и Лукас Кранах, и наш Матиас Ерунг, они знали историю суда Париса не из сочинений античных авторов. Они знали это уже в средневековых переложениях. Я имею в виду роман о разрушении Трои француза Бенуа де Сен-Мора, потом итальянский труд итальянского автора Гвидо да Колонна, и там все это обретает совсем другой оттенок. Там именно рыцарь, ему во сне являются три
прекрасные чинений античных авторов. Они знали это уже в средневековых переложениях. Более того, я имею в виду роман о разрушении Трои француза Бенуа де Сен-Мора, потом итальянский труд итальянского автора Гвидо да Колонна, и там все это обретает совсем другой, который находится на распутье, который должен выбрать свой жизненный путь. Но все бы так, все было бы просто, что это средневековая интерпретация истории о Троянской войне, о ее причинах, о суде Бориса. Но эта тема имеет еще более сложную интерпретацию, поскольку люди в Германии, и в частности в Саксонии, Кранах или в Баварии, наш сегодняшний герой Герунг, они еще персонифицировали, ну, знать, естественно, баварское, саксонское, персонифицировали своих предков, свою такую легендарную историю, что их предки, ну, не могли они просто выйти из простого народа, баварские курфюрсты или саксонские курфюрсты, они должны были иметь знатных предков. И таковыми они считали троянцев, которые бежали из разрушенной Трои, соответственно, в германские земли и стали прародителями вот этих знатных родов, в том числе рода Виттельсбахов в Баварии. Кроме того, существовали представления, вот опять же, мы говорим о том, что национальное самосознание в Европе пробуждается особенно активно в XIX веке и, так сказать, ищут какие-то героические страницы в своем прошлом, представители разных стран, разных национальностей. Но и в XVI веке думали, вспоминали о своих каких-то легендарных предков. Для голландцев это Юлиус Цивилис, вот это знаменитое восстание, тема, которая стала сюжетом картины Рембрандта, или же, например, история Альфреда Великого. Такой был саксонский, легендарный саксонский король, который очень удачно, умело воевал с викингами. И вот есть история Альфреда Великого, согласно которой тот самый Альфред Великий посетил владение своего вассала Вильгельма фон Альбанака, Альфред Великий посещает, и вот тут, как преданный вассал, этот самый Вильгельм фон Альбанак предлагает своему гостю, знатному гостю, своему патрону, предлагает на выбор одну из трех своих дочерей. То есть толкование этого сюжета, оно может иметь очень и очень разные контексты. Более того, очень часто их отождествляли с представлениями об алхимии. И разные элементы, цвета, одежды и тому подобное. Вот этот самый конь пресловутый, про которого я уже говорил, они могли иметь какое-то представление о разных стадиях в постижении камня мудрости. Вот это самая история с философским камнем, которая одинаково, так сказать, интересовала представителей разных сословий в Европе и в эпоху Возрождения, и в новое время, как мы знаем. Более того, на примере суда Бориса и явившихся ему богинь обсуждался вопрос между выбором разных стилей жизни. Вот я уже говорил про «Витязя на распутье», своего рода русская парафраза, про тему выбора жизненного пути. Речь идет о созерцательном типе жизни, так называемое «vita contemplativa activa», «vita activa», и чувственным, «vita voluptaria». Это все было очень понятно людям той эпохи, особенно просвещенным представителям вот этой изощренной куртуазной культуры,
к числу которых относил себя заказчик Мельхиора Фезеля. Я вот вам просто начал показывать разные типы изображений сцены суда Париса, но я также вот специально показываю в увеличенном размере фрагмент картины, нашей картины Пушкинского музея, вот этой аллегории всепобеждающей любви, я вам показываю сцены на втором плане. И здесь мы можем наблюдать много необычайно интересного и уникального. До сих пор мы говорили про мифологический сюжет, про историю суда Париса. Но вот слева мы здесь видим персонажей библейских, купающаяся Версавия. Это персонаж Ветхого Завета. Версавия, прекрасная женщина, красотой которой был очарован царь Давид. И чтобы завладеть ей, вот увидим здесь замок, царь Давид как раз наблюдает за купанием Версавии. И чтобы завладеть этой женщиной, он отправляет ее мужа, военачальника Урию, специально снабдив его письмом, чтобы его ставили в битвах в наиболее опасные места, но чтобы тот был убит, и таким образом Версавия стала для него более доступной. Это очень популярный сюжет в европейском искусстве. Вот я вам не буду показывать средневековые рукописи, но покажу, как эту тему трактует. Простите, я вам сейчас другую композицию покажу. Вот, как ее трактуют другие художники, и в частности Ганс Мемлинг, «Туалет Версавии», картина, созданная лет за 10, если не более, до аллегории Матиаса Герунга, и работа Лукаса Кранаха-старшего. Вот на этой большой композиции из галереи в Штутгарте Мемлинг трактует Версавию обнаженной. Это тоже такой необычный сюжет для интерпретации, редкий сюжет из Ветхого Завета, как его персонажи показываются обнаженными. Вот здесь тоже как раз тема запретного обнаженного тела. Она имеет свое значение. Но, как я уже вам говорил в прежних лекциях, Адам и Ева давали такой прекрасный повод, и вот теперь купание Версавии. Зато зато герой нашей предыдущей лекции Лукас Кранах-старший создает несколько вариантов вот этой очаровательной композиции «Давид и Версавия». Видите, здесь Версавия, одетая как придворная дама, и просто служанка моет ножки. Не более. Никакого обнаженного тела, зато вот царь Давид играет на своем любимом музыкальном инструменте. Все просто и понятно, в то время как на картине Фезелена наша героиня тоже изображена обнаженной. Не будем забывать, что эта картина с обнаженными фигурами на первом плане, она все-таки писалась для приватного использования, заказчик, судя по размерам картины, мог поместить эту картину в своем кабинете или, скорее всего, более вероятно, в своей спальне, как интерпретируется эта тема. Идем далее. Справа, вот я сказал, что в центре сцена мифологическая, слева на втором плане библейская, а справа опять сцена мифологическая. Вот вы здесь видите. Это Пирам и Фисба, или Тисбе, ее иногда называют. Это такая античная история о несчастной любви. Она была пересказана в таком моралистическом контексте в сочинениях известных писателей и Боккаччо, и Чосера, но я имею в виду не кентерберийские рассказы Боккаччо, Чосера и не Декамерон, а это жизнеописания, такие нравоучительные жизнеописания достойных, правильных женщин. И это такая вот как бы предыстория
фабульная, которая послужила основой для бессмертного сочинения Шекспира, я имею в виду Ромео и Джульетта, история о том, что молодые люди, страстно влюбленные друг в друга, принадлежали к двум враждующим семьям. Их дома, их участки находились рядом, но это он как современные дачные участки, и они общались сквозь какую-то щель в заборе, в стене. И вот они договариваются ночью, однажды ночью, выйти из своих домов, уединиться в какой-то сельской местности и там встретиться. И вот злой рок судьбы. Первый приходит Тисба, Фисба, и она встречает только что утолившую свой голод львицу, морда которой в крови. Тисба в испуге убегает, бросает свое покрывало, свою накидку. Львица это покрывало разорвала на куски, испачкала бычьей кровью. Приходит туда Пирам, видит следы крови, разорванную одежду, какую часть одежды своей возлюбленной, решает, что она была растерзана львицей, диким животным, и, в общем-то, не в состоянии пережить этого горя, он совершает самоубийство, бросается на меч. Потом возвращается Тисба, видит мертвого Пирама и, соответственно, тоже совершает самоубийство. Вот такая вот легендарная история, которая необычайно волновала умы людей той эпохи. И мы как раз видим, вот здесь картина, одна работа Ганса Бальдунга Грина, художника, оказавшего огромное влияние на сложение творчества Матиаса Герунга, а справа опять наш любимый герой Лукас Кранах-старший, картина на тот же самый сюжет. И, естественно, интерпретация этой темы вот у двух старших современников оказала большое влияние на произведение Матиаса Герунга. Но что любопытно и что уникально именно в отношении Матиаса Герунга, это то, что он в своей картине, вот я снова к ней возвращаюсь, картина из собрания нашего музея, вот она. Вы видите, что это уникальный случай, я больше не знаю таких примеров, вот может быть кто-то из слушателей моей сегодняшней лекции мне подскажет другие примеры совмещения в одной аллегорической композиции сюжетов из античной, древней мифологии, которые воспринимались тогда светской историей, и сюжетов из истории священной, я имею в виду темы из Ветхого Завета, купание Дианы. Я больше таких примеров не знаю, и могу это объяснить своеобразие интерпретации данной темы в творчестве Матиаса Герунга только тем, что и сам художник, и те аристократы-заказчики, которые выступали его патронами, они не проводили разницы между священной историей и историей древнего мира. Для них вся история была от Адама и Евы до грядущего страшного суда. Здесь все как на ниточку нанизывались самые разные эпизоды, и мы говорили уже в случае со сценой суда Париса. Это не просто история суда Париса в такой классической интерпретации, как предыстория Троянской войны, а здесь и Альфред Великий, и интерпретация образа Париса как заснувшего рыцаря и тому подобное. Это как раз своеобразие интеллектуальной жизни тогдашней Европы, особенно имеется в виду придворная культура эпохи маньеризма, которая расцвела при самых разных дворах и в романоязычных, и в германоязычных странах,
и все они искали, аристократы, каких-то своих давних предков. Многие итальянские княжеские семьи вели свой род и от Венеры, и от Юлия Цезаря. И имена, которые давали аристократам все эти итальянские князья с именами Чезаре, Цезарь или там Шипионе, имеется в виду Сципион Африканский. Все они рассматривали себя, свою историю, свое пребывание в этом мире как неразрывную цепочку вот этой длинной истории человечества, которая начинается с Адама и Евы и должна завершиться грядущим страшным судом. Я вам в заключение просто показываю еще одну картину Матиаса Ерунга, хранящуюся в государственной кунстхале в Карлсруэ. Это «Меланхолия в саду человеческой жизни». Эта картина никакого отношения к Отто Хайнриху, к марграфу, к фальцграфу не имеет. Это уже произведение, созданное значительно позже, в 1558 году. И сюжетом этой меланхолии человеческой жизни, ну, я не буду вам рассказывать про знаменитую гравюру Дюрера, многие просто знают ее смысловой контекст, кто не знает, я отсылаю вас классическим трудам Эрвина Пановского. Здесь я просто хочу сказать, что меланхолия человеческой жизни – это меланхолия, это оплакивание человечества после смерти императора Карла V. Это всеобщая тоска, всеобщая грусть, похороны действительно одного из величайших правителей Европы. И еще одна картина Матиаса Ерунга, чтобы вы как-то более всесторонне представили его творческое наследие. Это тоже картина из собрания государственной кунстхалле в Карлсруэ, аллегория спящего правосудия. Вот здесь в середине письмо, на нем как раз видим монограмму художника и девиз «О вельт, о нот, о мир, о ужас». Да, о ужас. И я просто вам показываю эту картину не потому, что она является тоже очень показательным образцом творчества этого замечательного художника, связанного с различными очагами европейской придворной культуры, но она нас переводит к теме правосудия. Тема правосудия, сон правосудия или завязанные глаза у богини правосудия, держащей весы. Это традиционные символы, которые получат воплощение в самого разного рода аллегорических композициях. И одной из таких является другая картина, другая героиня нашей сегодняшней лекции. Я имею в виду аллегорию правосудия Мельхиора Фезеля. Итак, еще одна картина, которая представляет необычайный интерес с точки зрения вполне конкретной, я бы даже сказал, политизированной интерпретации аллегорических персонажей. Я имею в виду работу Мельхиора Фезеля, баварского художника, тесно связанного с дворами герцога Курфюрста Вильгельма IV Баварского и уже упомянутого мной фальцграфа Отто Хайнриха, поскольку он работал в Нойбурге на Дунае и исполнял там его заказы. Перед нами композиция «Аллегория справедливости». Это работа монограммированная, хотя эту монограмму расшифровать удалось не сразу, поскольку картина была где-то в середине XIX века приобретена была приобретена известным русским коллекционером, князем Павлом Петровичем Вяземским, находилась в его имении Астафьево, это на юге Московской области, вот теперь там
сделали железнодорожную станцию даже с одноименным названием. И она была приобретена как работа Лукаса Кранаха-старшего, которая интерпретировалась как аллегория справедливости. Потому что, вот, к сожалению, мы находимся с вами на онлайн-лекции, а не в экспозиции музея, и я сам не вижу, и, естественно, вы этого не можете увидеть, на картине мы видим множество всякого рода надписей, которые комментируют фактически каждую фигуру. Ну, как вы понимаете, вверху в небесах находится Христос, властелин мира, здесь вот эта обнаженная женская фигура, которая попирает лежащего обнаженного мужчину, слева ангел или Амур, и, в общем-то, работа эта, она интерпретировалась в собрании Вяземского как аллегория истины. И, в общем-то, ее атрибуция была сделана только уже в 30-е годы, когда картина стала предметом коллекции нашего Музея изобразительных искусств и получила там свою атрибуцию. Я просто сейчас вам зачитаю некоторые надписи на латинском языке, из которых нужно будет составить свой такой пазл, который даст представление о том, что же эти фигуры означают, что означает их нахождение одной рядом с другой, и какое это имело вполне конкретный и философско-теологический, и политический смысл. Итак, на картине имеются надписи. В левом верхнем углу на доске на стволе кипариса «Pro fratre munus». «Искупительная жертва за ближнего». В картуше в руке ребенка, это слева в нижнем углу. «Vivam cum inustis» – «Живу с праведными». Над правой рукой поверженного императора Нерона. Это не просто обнаженный человек, а это император Нерон. «Morius cum incus» – «Умираю с неправедными». Внизу, возле Нерона, Неро, откуда мы знаем, что это Нерон? Надпись, имя собственное, Неро, sum impuvium exemplar, Нерон, пример нечестивца. На основании их содержания, а также текста надписи на ярлыке на обороте, а там действительно имеется большое описание сюжета картины на французском языке, сделанное еще предшествовавшим князю Вяземскому владельцем, там сюжет картины определяется как истина и правосудие. Таким образом, данная работа является иллюстрацией, популярной среди протестантов в Германии эпохи реформации морально-назидательной аллегории справедливости. Изображение Христа как небесного судьи с веткой, лилией и мечом, символами будущей райской жизни праведников и неотвратимого наказания грешников. Христос восседает на радуге и попирает ногами земной шанр. Не случайно это сопровождается надписью «Искупительная жертва за ближнего», имеется в виду уже сам Иисус Христос. Согласно основоположнику лютеранства, учению Мартина Лютера, главное догматическое положение реформации заключалось в том, что человек, цитата, «спасает свою греховную душу не путем добрых дел, как утверждают отцы католической церкви, но посредством внутренней веры в искупительную жертву Христа». Кто страдал за человечество на кресте, его будущий судья, то есть определяется роль Иисуса Христа. Кто был спасителем человечества, будет его судьей. Также достаточно хорошо известна антиимператорская направленность немецкой реформации. Согласно современным толкованиям научным, это работы целого ряда отечественных и зарубежных ученых, в традиционном противопоставлении справедливости, имеется в виду обнаженная женская фигура с весами, невинности, младенец, это не амурчик, это невинность.
и великого грешника Нерона, вот эта вот поверженная обнаженная мужская фигура. Художник намеренно акцентировал изображение разломанного скипетра и короны, атрибутов светской власти поверженного императора. Императорские регалии, показанные в столь неприглядном виде, могут в равной мере намекать и на умозрительное, религиозно-философское осуждение тирании императорской власти вообще и на последовательную антиимператорскую активность политики баварских Виттельсбахов, поскольку как раз Вильгельм IV Виттельсбах заказывал художнику немало произведений с таким политическим контекстом. Приблизительно этим временем, то есть второй половины 530-х годов, следует датировать картину из ГМИ. Одним из дополнительных подтверждений такой датировки можно считать изображение города на заднем плане, вот не знаю, насколько это хорошо видно на имеющемся у меня имидже. Среди его построек узнаются очертания церкви Богоматери Либфрауенкирхе в баварском Ингольштадте, строительство которой было завершено в 1524 году. Я этого еще сооружения сегодня коснусь. Именно тогда, в 524 году, когда Мельхиор Фезелен работал в этом городе. В качестве ближайших стилистических аналогий, подтверждающих правомерность прочтения монограммы МФ как сигнатуры Фезелена, следует считать другие работы этого художника. Вот «Поклонение волхвов» более раннее, по времени создания датированная композиция, хранящаяся в Германском национальном музее в Нюрнберге. И вот роскошный, огромный алтарь Фезелена, вот как раз в упомянутом мной соборе Либфрауенкирхе в Ингольштадте. Вот у меня, к сожалению, нет такой полиграфической репродукции. Эта фотография, сделанная непосредственно во время посещения данного храма. Я хочу сказать, что и Пассау, и Ингольштадт, и Нойбург, о котором я говорил в предыдущем случае, это красивейшие города Баварии, и там как раз баварскую культуру эпохи Ренессанса и барокко можно созерцать, изучать, любоваться ей в контексте вот той естественной среды, в которой существовали эти произведения по, так сказать, своему первоначальному авторскому замыслу. И, наконец, я вам показываю картину Фезелена, чтобы вы представляли себе масштаб творчества этого художника. Это его большая композиция, вот видите, 162 сантиметра в высоту. Она входит в цикл изображений знаменитых баталий, которые его патрон, вот этот самый курфюрстер баварский, из рода Виттельсбахов, заказал группе художников. Эти работы сейчас находятся в старой пинакотеке в Мюнхене. Все, наверное, знают. Наиболее знаменитая картина из этого цикла – это работа Альдорфера «Битва Александра Македонского и Дария». Здесь изображен на картине Фезелена эпизод другой, может быть, еще более близкой сердцу германоязычных правителей, эпизод легендарной истории, имеется в виду осада крепости Алесия, вот эта знаменитая история про битвы Гая Юлия Цезаря, про его противостояние с вождем германских племен Верцингетрихсом. Произведение, которое, ну это они все типологически близкие, между собой там 6 композиций. Главный, конечно, Альдорфер, вот, наверное, повлиял на этот общий замысел, который реализовали не только он, но и другие художники. И вот это множество мелких фигурок, которые образуют такой вот своеобразный кишащий муравейник на фоне такой мирового пейзажа, ландшафт по-немецки.
Это как раз вот произведения, которые именно характерны для, для немецких придворных, как правило, княжеских художественных центров. Мы с вами в прежней лекции говорили подробно о работах Лукаса Кранаха и его связи с Виттенбергским двором. Здесь мы говорим о двух баварских художниках, связанных с родом курфюрста Виттельсбахов и их, так сказать, ближайшего окружения, фальграфов, марграфов и тому подобное. Но эти картины, которые я вам показал только в контексте общей творческой эволюции двух художников Фезелена и Матиаса Ерунга. Но эти произведения, они очень показательны, очень уникальны. Я, опять же, возвращаюсь к тому, о чем говорил на предыдущей лекции, что в наших музеях нет произведений Дюрера, я имею в виду живопись, Дюрера, Ганса Гальбайна-младшего, Ганса Бальдунга Грина, Грюневальда и тому подобное. Но имеющиеся у нас картины, они необычайно характерны, они необычайно показательны, они эстетически самодостаточны и очень привлекательны. И мне кажется, вот те работы, которые я вам сегодня показал в контексте темы аллегорических, аллегорий, составленных из нравоучительных эпизодов из библейской истории античной мифологии, они являются показательным тому примером. Вадим Анатольевич, да. Мы возвращаемся к вопросам. Да, пожалуйста, я весь во внимании. Скажите, пожалуйста, из ваших лекций следует, что ваши исследовательские наработки и интересные открытия находятся в неразрывной связи с трудами предшественников. Расскажите, кого вы считаете своими учителями? Ну, это вопрос, конечно, очень интересный, но его трудно в двух словах. Очень трудно на него ответить в двух словах. Я хочу сказать, что так случилось, что я, закончив школу, 17-летним мальчишкой уехал в тогдашний Ленинград, в Санкт-Петербург, чтобы учиться. Я поступил в Репинский институт Академии художеств, но я поехал туда учиться в Эрмитаж у Кузнецова и Линьки. Я был таким необычным ребенком, в том смысле, что довольно рано определился. Ну, наверное, когда мне был, я учился в классе 8, что я стану историком искусства, и там же с таким вот музейно-знаточеским уклоном. Естественно, тогда на весь Советский Союз сверкали имена Ирины Владимировны Линьки, Юрия Ивановича Кузнецова, кстати, это муж с женой. Но они, когда я приехал в Петербург, оказалось, Ленинград, оказалось, что они не работают в Репинском институте, но благодаря вот педагогам из Репинского меня как бы ввели в Эрмитаж, познакомились с этими двумя выдающимися учеными. И я хочу сказать, что Ирина Владимировна – блестящий эксперт, сделавший немало открытий в наших в музеях нашей страны и за рубежом. Она все-таки была таким очень импульсивным человеком, таким своего рода гением от атрибуции. И как-то вот с точки зрения научить, ну чему можно научиться у Моцарта? Понимаете, как можно? Или у Караваджо? Вот здесь был тот самый случай. А вот ее супруг Юрий Иванович Кузнецов, тоже не менее выдающийся специалист, заведующий отделением рисунка в Эрмитаже, он как раз обладал таким вот удивительным даром методиста. Он мог объяснить, как, почему построить какую-то логику исследования. И потом, когда я поступил в аспирантуру, тоже в Москве, но руководителем моей кандидатской была Ирина Владимировна, я ездил в Эрмитаж постоянно, там библиотека и, самое главное, общение с вот этими, с этой супружеской парой. Я фактически все вечера проводил у них в их квартире, сначала на Кораблестроителей, потом, когда они переехали на Университетскую набережную, вот этот дом академиков. Это, наверное, были самые
приятные, самые восхитительные годы моей биографии. И потом, простите, Юрий Иванович сыграл очень большую роль в том, что я стал сотрудником Музея изобразительных искусств имени Пушкина. Юрий Иванович представил меня Ирине Александровне Антоновой, но с Ириной Александровной у нас разговор был очень непростой, потому что Ирина Александровна мне сказала: да, хорошо, вот я слышал от Юрия Ивановича, что вы там такой молодой, подающий надежду, но вы сначала защитите диссертацию. Вот защитите диссертацию, и тогда ко мне приходите. Ну вот мне где-то год пришлось подождать, и я уже потом пришел к Ирине Александровне с рефератом, и таким образом я стал работать в Музее изобразительных искусств. Поэтому Юрий Иванович, ну и потом я с ними много общался. Правда, он, к сожалению, умер в 1984 году в достаточно молодом возрасте. Но это действительно был для меня образец не только ученого, но и человека. Вот чисто его человеческое поведение, манера общаться с людьми, вот это огромное жизнелюбие, которое его отличало, для меня были таким вот удивительным и наставляющим примером. С другой стороны, вот в семье Кузнецовых-Линик, когда я периодически бывал в Петербурге, будучи студентом, будучи аспирантом, я познакомился в их доме со многими зарубежными учеными крупными, с которыми они дружили. Те приезжали в Эрмитаж. И среди таковых был Эгберт Хаверкам Бегеман. Это очень крупный голландский ученый, который начинал свою деятельность в музее Боймонс фон Бёнинген в Роттердаме, но потом там по разным личным обстоятельствам он уехал в Соединенные Штаты, где стал преподавать в Институте истории искусств в частном университете Нью-Йорка, Нью-Йорк Private University. И Эгберт приезжал со своими каждое лето, в мае месяце, каждое лето он приезжал с группой студентов, там где-то было примерно человек 5 студентов, обязательно ассистент, аспирант, ну, в общем, их 6 человек, он 7-й. И я, как сотрудник, как хранитель голландского фламандского рисунка в Музее изобразительных искусств, каждое лето их принимал. Я присутствовал на всех его занятиях как хранитель этого материала, и на меня просто произвело потрясающее впечатление, как Эгберт, будучи выдающимся ученым, будучи прекрасным специалистом, как он объяснял на примерах конкретных рисунков, как нужно видеть рисунок, как нужно видеть почерк художника. И вот эти два ученых, потом я с ним много общался вот, в 93-м году, когда я целый учебный год провел в Соединенных Штатах и жил в его квартире в Нью-Йорке 3 недели. Я хочу сказать, что Юрий Иванович Кузнецов и Эгберт Хаверкам Бегеман, они были образцами не только ученого высокого класса, но их научные интересы одновременно сосредотачивались в области живописи и рисунка. Как правило, специалисты по живописи плохо знают рисунок, а рисунщики, ну, кстати, рисунщики гораздо лучше знают живопись, чем специалисты по живописи знают рисунок. Эти специалисты, они знали одинаково все, они были одинаково авторитетны. И, может быть, напоследок еще один крупный американский ученый Симон Слайф, автор диссертации, которая потом была издана как книга в 1953 году. Я тогда только родился, а Симон Слайф, он где-то года с 20-го или 21-го. Он написал знаменитую потом книгу, ее очень ругало советское искусствознание, Бориса Робертовича Виппер. Это Рембрандт и его критики. Симон Слайф доказал, что слава Рембрандта никогда не заканчивалась, что не было так, что вот молодой Рембрандт был в почете, его картины покупали, ему платили хорошие гонорары, а после «Ночного дозора» наступил разлад Рембрандта с голландским буржуазным обществом. Симур Слайф по документам доказал, что Рембрандт всегда пользовался успехом и при жизни, и после смерти, а те финансовые проблемы, которые случились с ним под конец жизни, я имею в виду его банкротство, было просто связано с тем, что Рембрандт, живя в буржуазном обществе, не умел просто вести свои финансовые дела. Потом Симур Слайф написал прекрасную монографию с каталогом Розене о Франсе Халсе.
о Якобе ван Рёйсдале, и он был профессором Гарвардского университета. И вот для меня он был образец профессора, читающего лекции. Это не группа студентов из 5 человек, такой штучный, говорится, товар, общение такое почти индивидуальное. Это лекция для широкой аудитории. И вот как Симур эти лекции блестяще читал, ну, так сказать, действительно, как и все американские профессора, он такой был актер разговорного жанра, если хотите. И для меня он был образцом. То есть вот эти вот три ученых, Юрий Иванович Кузнецов, Симур Слайв и Эгберт Хавер-Камбегеман, они почти ровесники, люди одного поколения. Юрий Иванович Кузнецов воевал, был на фронте. Симур Слайв тоже служил на авианосце на американском в годы войны. Тонул, был контужен, этот авианосец разбомбили. То есть это люди, которые прошли через войну и которые, в общем-то, были такими яркими представителями науки послевоенной. И я вспоминаю о них с большой симпатией, и именно как-то без учета их опыта я как-то очень плохо представляю свою персональную нынешнюю деятельность. Я ответил на вопрос, надеюсь. Спасибо большое. А подскажите, пожалуйста, в первой картине удивительно центричная композиция дерева вот ровно по центру. Да. Решение повторено позже. Ведь почему такая особенность? Ведь обычно такого избегают. Я хотел об этом сказать. Просто как-то счел, что это может быть из области предположений научных. Вот есть моя замечательная коллега, ее зовут Аня Айхлер. Аня Франциска, она откуда-то из Чехии, из Польши, не знаю, неважно. Но она давно живет. Вообще она сейчас в Шанхае живет с мужем лет 10. Вот я ее где-то, наверное, пару недель назад поздравлял с днем рождения. Она мне рассказывала про коронавирус, как с ним борются в Шанхае. Ну, неважно. Короче, это дерево, это действительно по смыслу очень важная черта. Обратите внимание, дерево засохшее. И именно изображение этого засохшего дерева вот в книге Ани Айхлер, это монография о Матиасе Ерунге, изданная в 1991 году, так там как раз говорится о том, что художник Матиас Ерунг, придворный художник вот, от марграфа Отто Хадриха, он специально сделал такой намек на бесплодие первой жены. Дело в том, что Отто Хайнрих был женат на Барбаре, Барбаре Баварской. И эта дама, будучи супругой этого аристократа, но на протяжении более чем 10 лет их супружеской жизни не могла ему родить ребенка, но она, правда, умерла примерно к моменту создания картины. И это как раз намек на вот такое засохшее дерево, как намек на бесплодность его первой жены. А для Отто Хадриха продолжение рода, рождение наследника, как в ту пору, имело очень большое значение. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, а как объяснить обнаженную натуру на картине Физелена? Ну, обнаженная натура присутствует постоянно. Вот просто были сюжеты. Я не случайно показал другие картины Физелена. Просто «Суд Париса» без добавок про пиромаэтизму, про купание в Версавии. Я показал картину из Чикаго. Это сюжет, который, ну, скажем так, со времен Рафаэля, а может быть и чуть ранее, там эти самые три богини представляются обнаженными. Вот, и поэтому это все есть у Кранаха, большое количество вариаций на тему суда Париса. Я показывал и гравюру, и картину, и работу Николаса Мануэля Дойча, что не Кранах один писал такие картины. Просто этот сюжет был поводом для изображения обнаженной натуры. Спасибо. Скажите, изображение ангела в западноевропейском искусстве, например, у Рафаэля, это, собственно, амурчики, а не ангелы в христианском смысле. Не есть ли это пример вашей идеи совмещения мифологии с христианством?
Ну, в общем-то, да, с точки зрения зрительной типологии, понимаете, есть смыслы. Есть смыслы светские, я имею в виду античная языческая мифология греко-римская, и есть христианская вера. Но это все в сознании, ну, во-первых, в сознании тогда это тоже все перемешивалось, я уже говорил, что историю рассматривали неразрывно. От сотворения человека, от изгнания Адама и Евы из рая до грядущего страшного суда. И исторические события, этапы, они воспринимались тогда более обостренно и более органично. Люди искали своих предков среди великих людей древности и Рима, и не только там троянцы и тому подобное. Я уже про это говорил. И вспомните историю про наш третий Рим, четвертому не бывать. Все вели свою историю оттуда, даже Ивану Грозному и другим русским великим князьям и царям эта идея Третьего Рима не давала покоя. И то же самое относится ко всем другим европейским правителям. И я возвращаюсь к поставленному вопросу. Хочу сказать, что с точки зрения изобразительной, ангелы и амурчики, они очень похожи, хотя там с точки зрения ангелов бывают еще херувимы, серафимы и тому подобное. Но типологически, как такой чисто изобразительный ряд, то, что зритель видит, а потом это он уже осознает с позиции древней истории, это одно, с позиции христианской религии, это немножко другое. Спасибо большое. Вадим Анатольевич, меланхолия Геронга – своего рода предшественник брейгелевского перевернутого мира. Что бы вы назвали истоком традиции многофигурных дидактических изображений? Вы знаете, но она не совсем, они созданы примерно в одно и то же время, примерно. Это довольно позднее произведение Геронга «Меланхолия». И с точки зрения каких-то дидактических изображений я хочу назвать многочисленные аллегорические или жанровые сцены с каким-то морализирующим контекстом, которые появились в европейской печатной графике в конце 15-го и процветали на протяжении 16-го столетия. И их популярность была связана, с одной стороны, с развитием идеи реформации, протестантизма, лютеранства, а с другой – контрреформации, когда уже католические церковные авторитеты пытались доказать в изобразительной форме нечто обратное. Это своего рода пропаганда в изобразительном искусстве. Спасибо. Вот такой очень общий вопрос. Я не знаю, сможете ли вы ответить. А не могли бы вы объяснить зрителю, как нужно видеть рисунок? Ну, вы понимаете, объяснить это в двух словах очень трудно. Я хочу сказать, что рисунок – это искусство элитарное. Оно было, возникло из, так сказать, архивов каких-то творческих мастерских, когда художники делали этюды, зарисовки, которые потом использовали при создании живописных произведений, скульптур, гравюр, именно как такой рабочий материал. А вот эстетическую ценность рисунка осознали, по большому счету, во второй половине XVII века. Вот королева Кристина знаменитая, смотрите фильм с Гретой Гарбо, там, правда, про ее коллекцию ничего не сказано, но она была выдающимся коллекционером рисунков в XVII веке, а особенно 18-е столетие, когда коллекционирование рисунков становится неотъемлемой частью вместе с коллекционированием живописи, нумизматики, гравюры и тому подобное. Причем имейте в виду, что я сказал, рисунок – искусство камерное, и оно элитарное и камерное. Рисунки хранили, как их не вешали на стену, рисунок на стене быстро выгорит. Посмотрите, что происходит с фотографиями, когда они долго висят на свету. И сейчас мы рисунки не экспонируем в соответствии с инструкцией более 3 месяца. Так вот, их хранили в библиотеках и вклеивали в фолианты, то есть большие альбомы, инфолио, и их перелистывали. Вот как мы перелистываем какие-то семейные альбомы фотографий, так же перелистывали эти рисунки, ими любовались. И у рисунков не было каких-то случайных владельцев. Если картины могли покупать какие-то аристократы,
образованные или просто какие-то новориши, которым просто нужно было показать, как у него красиво в доме, их вешали на стены вместе с люстрами, вместе с мебелью, вместе с бронзовыми или мраморными скульптурами. Рисунки собирали только избранные. Поэтому вот коллекция рисунков, я просто на нашем российском примере это об этом говорю, коллекции рисунков в основном собирались в Москве, Петербурге или университетских городах, типа Харькова, ну тогда это еще была Российская империя, или Казани. То есть рисунок нужно учиться понимать, поскольку там сам материал, работа почерка художника, они не скрываются, они находятся в неразрывном единстве с возникающим образом, и вот именно эта спонтанность восприятия произведения, она производит очень большое впечатление на зрителя. Вот у нас в музее открыто и ждет своего зрителя. Надеюсь, мы преодолеем режим самоизоляции на пандемии. Сейчас у нас в музее на всей выставочной оси висит прекрасная экспозиция «Пять веков европейского рисунка» от Дюрера до Матисса. Или смотреть надо, конечно, на рисунки. На сами оригиналы. В репродукциях они очень многое теряют. Ну, наверное, так же, как картина. Я ответил на ваш вопрос. Спасибо большое, Вадим Анатольевич. Спасибо за вашу лекцию. Мы встретимся с Вадимом Анатольевичем ровно через неделю в то же время. И спасибо большое нашим слушателям. Да, ну всем привет и до новых встреч.